Друзья, привет! Если у вас установлено приложение Pango и вы им пользуетесь, когда паркуетесь на сине-белом тротуаре, кстати, на верте это часто называют просто ханаят кахолаван, то периодически инспектор может проверить вашу машину либо камера, и в ваше отсутствие вам приходит сообщение на телефон. Выглядит оно следующим образом: паках, пакахит, о мацлимат рехов, батку это рехев шельха. Ахшав гам эм юдим шеханита им панго. Короче, паках на иврите это инспектор, ну или контролер, но мне кажется больше как инспектор, соответственно женский род пакахит. О мацлимат рехов или уличная камера муниципальная. Батку эт арехев шельха, проверили твою машину. Имеется в виду, проверили, заплатил ли ты за парковку или нет. И на этом этапе обратите внимание, что в иврите часто, даже чаще, используют слово «рехев», когда мы говорим про машину, наряду со словом «мехонит» и словом «ото». Но вот чаще именно говорят словом «рехев». «Ахшав гамем юдим» — теперь они тоже знают «шеханита им панго», что ты припарковался с панго, то есть с этим приложением. «Паках» — от глагола «инспектировать», «лефакеах». И глагол «лефакеах» бинян пиэль, корень фейкув хэт, всегда идет с предлогом «аль», то есть что-то за каким-то процессом следить. «Лефакеах» — «аль». Отглагольное существительное «пикуах» и тоже с предлогом «аль», «пикуах» — «аль». Ну а профессия будет уже «паках». Мы часто встречаем профессии, которые выглядят из трех букв с гласными «а», как слово «табах», как слово «сапар», «табах» — это повар, «сапар» — парикмахер и так далее. Ханита, ты припарковался. Корень хэт нун гей, либо хэт нун юд. Инфинитив. Как у Якубовича автомобиль. У нас будет глагол лахнот. Всегда с предлогом б, когда мы говорим где припарковаться, или возле чего, лияд и так далее. Ну и производное слово парковка. Ханая. А также слово ханьон. То есть это уже будет именно площадка для парковки. Если это подземное, то на иврите говорят «ханьон тат каркаи». «Тат» — это «под», как на английском «саб». «Карка» — это «почва», ну, как бы «земля», то есть «подземный», «тат каркаи». Платная парковка «ханая беташлюм», то есть парковка с оплатой, в данном случае предлог «б», он как наречие выступает, то есть при оплате. На этом все, друзья. Не забывайте платить за парковку, если не хотите получить кнас, штраф. С вами был Тимур. Всего доброго.